Честно говоря, последний поединок Василия Ломаченко меня разочаровал. И это, конечно, не претензия самому Василию, поскольку он сделал все то, что и должен был. Меня, конечно, смутили действия Гильермо Ригондо, поскольку вот я помню хорошо разговор с Измаилом Силахом, и он сказал, что ожидает красивого и красочного боя. Но все для этого есть. Два олимпийских чемпиона, двукратных, два чемпиона мира. Я бы сказал, что это больше, конечно, идет на сторону Ломаченко, но никогда не знаешь. Ригондо – идеальный боксер, идеальный спортсмен, ну и Ломаченко, соответственно, также. Ожидаю, конечно же, победы Васи Ломаченко. И ожидаю хорошего бокса просто, да. Хочется кайфануть, посмотреть, чтобы еще... Знаете, вот эти бои, когда хочется пересматривать, потом еще раз и еще раз. Вот этого хочется, да. И, казалось бы, должна быть какая-то конкуренция зрелищная, но нет. Ригондо вышел на ринг каким-то уже поверженным, смущенным, и даже его травма, если она и была, травма руки, ни о чем не говорит и никак его не оправдывает. Я бы задал бы кубинцу вопрос, вот ради чего он все это делал? Вот эти вот коллажи, вот эти комиксы, которые он укладывал в твиттере, постоянные наезды на Василия, вот ради всего того, чтобы вот выйти на ринг и вот так проиграть? Даже если у тебя травма, ну, будь каким-нибудь бойцом. А у Гильермо Ригондо и без того была репутация боксера явно незрелищного, а теперь он после этого боя себе явно закопал карьеру и обеспечил хорошее надгробие. Никто его смотреть больше не будет, как его воспринимать как серьезного боксера. Для дебюта в этой весовой категории Василий выбрал, наверное, самого удачного соперника из того, что можно было сделать. Поскольку велись переговоры с Раймондо Бельтраном, но Бельтрану 36 лет, у него уже 7 поражений за плечами, это явно было бы не то, что хотелось бы увидеть. Линареса все-таки послужной список более прилично выглядит. Еще чемпионами в этом весе являются, конечно же, Роберт Истер и Майки Гарсия. Но, как, насколько мне известно, переговоры с ними не велись, и они сами, скорее всего, проведут объединительный бой именно этим летом. Ну, пока что Василий не намерен приходить еще более высокую весовую категорию, а предыдущий вес для него закрыт. И очень забавно звучит, конечно, то, что на бой его теперь вызывает Джервонта Дэвис, боксер, с которым Василий был готов боксировать и год назад, и два года назад. Но Дэвис все время говорил, что я не готов. И вот теперь, когда Василий перешел в новый вес, когда выбрал все соперника и, скорее всего, станет чемпионом, Дэвис говорит, давайте бой. Даже не серьезно. Ну и среди всех этих соперников, которые бы Василий могли быть, ну, наверное, все-таки Линарес самый достойный выбор. Хотя и не факт, что бой будет конкурентным. Интрига будет заключаться в одном, что может предложить Линарес. Я бы на месте Линареса, то есть, ну, это лаки панч. Пока сейчас, ну, каких-то ключей к победе над Ломаченко пока не видим. Но опять же, бокс такая вещь, когда, я уже говорил, что череда побед, она и усыпляет в чем-то. Ну, Ломаченко уже одно положение было. Ну, да, ну сейчас он вообще доминирующий, он номер один pound for pound, поэтому здесь много моментов таких, что я думаю, что здесь либо lucky punch, ну, ключей к победе с такой работоспособностью, работой ног, моторикой, пока я не вижу тех, кто может победить Ломаченко. Ну, на мой взгляд, у него шансов не больше, чем у соперника Геннадия Головкина Ванесса Мартиросяна. Примерно тот же ноль. И я бы даже не стал рассчитывать на то, что Линарес нанесет какой-нибудь шальной удар. Поскольку все козыри, которые у Линареса есть, а это скорость, умение работы рук, даже некоторое разнообразие, оно все-все есть и у Василия, только в разы лучше. И то, что есть разница в весе, которая, может, кто-то и считает, будет существенной, я не думаю, что это сыграет какую-либо роль. Все-таки
разница в весе, она может быть, когда встречается второклассник и пятиклассник, тогда да, действительно, габариты совершенно разные. Но когда два взрослых мужика, которым больше 30 лет, обсуждают: «Господи, ты больше меня на 1,5 килограмма, и у тебя преимущество», ну, ребята, это несерьезно. Тем более, что Дэвид Хей побеждал Николая Валуева, хотя весил на 40 килограмм меньше. Ну и случаев таких было масса. Например, даже вспомнить бой Эрика Моралеса и Марко Антонио Баррера. Моралес весил на 10 килограмм больше, но третий поединок, в общем-то, проиграл и достаточно неубедительно выглядел. Так что здесь я считаю, что Василий Ломаченко покажет все свои лучшие качества, и их вполне хватит для того, чтобы победить Линареса. По антрометрическим данным, небольшое преимущество у Хорхе Линареса, и это неудивительно, ведь он давно выступает в легком весе. Стоит обратить внимание на количество боев у обоих спортсменов. Линарес провел уже 46 поединков. Линарес дебютировал в профессиональном боксе в 17 лет, а уже через 2 года победил бывшего чемпиона мира в наилегчайшем весе Уго Рафаэля Сото. При этом у Линареса есть 3 поражения от Хуана Карлоса Сальгадо, Антонио Де Марко, Серхио Томпсона. Вы вправе задать вопрос: а кто это вообще такие? Ну и на самом деле это обычные середняки, и у них на троих уже 19 поражений. Мне кажется, что наличие этих поражений от таких боксеров говорит об уровне Линареса намного лучше, чем его победа над Иваном Кана, Энтони Кроллой и Люком Кэмпбеллом. По сравнению с послужным списком Линареса, оппозиция Василия Ломаченко выглядит намного более убедительнее. Перспективы Василия Ломаченко я бы назвал бы весьма очень привлекательными. Вот если поговорить о рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий, или, как я называю, а моим любимым боксером является, то вот здесь бы первую строчку я бы оставил пока все-таки пустой. Поскольку, ну, реальных претендентов 4, это Василий Ломаченко, Александр Усик, Геннадий Головкин и Теренс Кроуфорд, ну вот как-то вот решительного шага, чтобы занять первое место, никто из них не сделал. Усику для этого нужна победа над Гасевым, Ломаченко нужна победа над Гарсией, Головкину победа над Альваресом, хотя она уже и была, в общем-то, по факту, ну, стоит победить. А Кроуфорду надо победить, ну, хотя бы кого-нибудь угодно, поскольку все имена боксеров, что он их побеждал, они, в общем-то, не вселяют никакого страха или даже большого уважения. Ну, а у Василия есть все задатки для того, чтобы быть именно лидером в этой номинации. А вот с кем встречаться в следующий раз? Ну, скорее всего, с победителем боя Гарсия и Истер. Но если не он, не этот победитель, то, конечно, еще остается Бельтран. Но это совершенно чистым образом формальность. Да я еще не уверен, что у Бельтрана чемпионский пояс сохранится к тому времени. Возвращаться в предыдущую весовую категорию Василия ровным счетом нет никакого смысла. Поединки с Вальдесом, Дэвисом, Берчельдом, наверное, никого уже не привлекут. А подниматься наверх для того, чтобы драться с Терренсом Кроуфордом, все-таки еще кажется рано. Так что пока нужно, наверное, остаться в том весе и добиться боя с Гарсией.